Я с свадьбой. Шантас придет опять пьяный. Все, он уже увидел нас. Стоять, суки! Полчаса тебе, чтобы сбегать туда и обратно. Пузырь, чтоб должен быть у меня. Понял? Угу. Я буду идти по улице в сторону дома, чтоб догнал и принес. Говорю, усек меня. Бегу! Че, любишь ее? Да. А ты? Да. Объявляю вас мужем и женой. Че, отметим? С меня пузырь, с тебя два. Понял? Че, ты перепил вчера, Макей? Бывает. Да еще и он вывел меня из себя, скотина. Не знаю, не знаю. Он жаловался, когда его к тебе вез. Что денег не даешь, а работы грузишь, а? Ты ему веришь или мне? Да и потом, какая тут работа? А здесь этот раз-два и обчелся. Деньги ради главное. Спать есть где. Живи и радуйся жизни. Правильно, Макеш? Ты прав. Деньги не главное. Просто без них человек существует. А с ними он живет. Ты поаккуратнее с ним. Смотри, не убей его во время профилактической беседы. Я-то любя, если бы я не приютил бы его, то бы, наверное, давно бичевал бы. Ладно, мне еще в одно место. Надо успеть. На пасашок и побежали. И поаккуратнее с ним, байка. А что, новая корова? Эй! Все, ладно. Это от души. Ладно, жақсы. Давай.
Эх, Миша, Миша. 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 Хайда гашасын сен. Топас. Че? Убежать хотел, да? Убежать хотел? Убежать хотел, да? Запомни, падла, у меня руки длинные, понял? Теперь не видать тебе твоего паспорта, как своих ушей. Понял? Понял! Понял! Ана жармесін тамағын бердің бе? Есің құлттап жүр енді. Ұмытып етін болсаң, басын жылам. Түсіндің бе? Я. Сен де көзіңді алман адам. Сорлының рахметі жоқ. Түсіндің бе? Миша! Вставай! Иди управляться! Отпусти меня. Я хочу уехать. Летом поедешь? Летом? Летом говоришь зимой. Зимой говоришь летом. Только не сейчас, Миша. Работы много. А когда? Эх, Миша, Миша. Понимаешь? Кипелись мы к тебе. Прикипелись. Миша. Давай.
Агантай, я у вас уже больше года. По хозяйству много чего сделал. Скажите Жандасу, пусть меня отпустит. Миш, ну ты же сам говорил, что у тебя никого нет и некуда ехать. Мы тебя приютили, одели, кормим. Че, тебе плохо у нас? Ладно. Ты сколько уже у нас живешь? А работать-то только мне не научился. Дай сюда. Видишь, как наш? Не можешь? А? Или не хочешь работать? Быстрее работай. Мам! Ту! Сен не? Анау сүрімтік несін жапқан жоқсын ба, а? Жапқан? Жапсаң табанды оны! Өлтірем десе! Ту! Жердің көтіне түсіп кетті манау? А? Есті жапсаң? А? Қашып кеттің одағы да? Бар тап! Это же Миша. Ты куда? Опять сваливаешь, да? О, вот твой подопечный. Без всяких документов собрался в город ехать. Следи за ним получше. Сколько я буду за ним бегать за твоим работником?
Рахмет маке, сочтемся. На днях сваты приезжают в гости. Может, загреешь барышку? Найдем, не вопрос. Только маке, давай в следующий раз. Может, пока бабками? Я сам найду где-нибудь. Маке, ты же знаешь, я всегда тебя выручаю, когда есть такая возможность. После голяк сейчас, пойми. Ладно. Пока. Без обид, Маке. Болтун, а? Балаларды қалаға апарып қайтайық. Көздерін бара беріңдер. Ауырым қырап отыр. Кейін жетем. Дәрілерің түсіп бедің? Иә. Миша, а где Жантас? Жантас? Че, уснул, что ли? Мұна тауықтаға да үйгіріп көт. Не істейміз бұны? Әкелші бір. Жылан қадым баста, адам білмейсін. Не істейміз, не істейміз. Мені не істеу көрет. Айнур, ананың кешкасын берген соң, оншан жақсын. Әкем сөндеген. Жарет, тамағы дайын қазір берем. Мен тоспа мен бұл қыдырам.
яму попали медведь, волк и лиса. А, еще и лось. Теперь, короче, они сидят. Получается, там, ну, долго сидят, жрать-то хочется. Теперь, говорят, ты давай, говорит, мы тебя, говорит, схаваем, говорит, лось. Но все равно, говорит, эти хищники, говорит, травой-то не станет. Он говорит, давай, говорит, слышишь, разговор, съешь ты меня. Ну, говорит, у меня, говорит, присметное, говорит, желание, говорит, у меня, говорит, сзади, говорит, там татуировка, говорит, есть на заднице. Я-то и так смотрю.